Ну, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1285, события дня. Иакова 5:9. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот, судья стоит у дверей. Объявление о детях, которые остались после смерти матери, и муж глухонемой на ногах не стоит. И вот ролики об этом, как она просила у Бога 10 лет жизни, и они уже прошли. Я прокручивать буду. Тормозите, и тогда будет видно. Считать я тут глубокая ночь, в 2 часа ночи сижу. Связь, слава Богу, Алексей Загуляев тут помог. Включаться хотя бы стало. Вот между собой переписка. Это называют чат содружества нашей по изучению Библии. Кто может, прочитает, а нет, промелькнет. Это интересно. Наше время люди как рассуждают, занимаются Словом Божьим. А это не пустота какая-то. Редкие материалы публикуют.
Тогда православию. Да. Наши ресурсы глянуть. Это первое. Мой мир. Очень люблю. Сильнейшая система была. Ну, погубили ее. Убрали, начали пакостить, распространять блудодейства всякие. Вот так. Ну и поэтому отменили все тут. Вот как выглядит. Еще есть, ставим с голубем, стою, то это дублирует администрация. Не надо туда. Это дальше ленточный наш православный форум. Хорошо составлен, 1600 тем. Ну и вот. Показать. Сколько здесь 10. Выставил сейчас 13 роликов. Еще есть во свете Библии православный библейский сайт. Интересно, здесь оказывается новых. И самые популярные, отглянем, какие выходят на это. Самый популярный завтрак. 804 тысячи. Расчет за работу. 793. Гусеница слетела. 739. Грейдер прислал долгов. И Шершней в дупле 555 тысяч, там 3 года назад. У нас нет отключенного ни одного ролика. Все открыты. Полиция там. Вот просто показать, какие. Такие прям незначительные, кажется. Вот на завтрак и то другое пройду много. Живите в деревне. Вот так. Но тут уже меньше. 172 тысячи. Еще меньше. Показываю, где уже 104 тысячи. О, 95. Прощание с Никитой. Группа Дятлова. Это вся наша жизнь открыта. Вот так. Вернуться надо на прежнее. Все на этом. Слава Богу.